Я счастлив, ваша светлость. Мы вас оставляй. Вы молиться. Да хранит вас Бог, ваша светлость. Я никогда не забуду вашей доброты. Доктор, вы меня проводите к другой солдат. Я тебе устрою исповедь. Доктор, вы заставляете меня ждать вас. Я уже иду, баронесса. Поторопитесь, кердоктор вас ждут. Какая красивая ленточка. Ай, какой острый шип. Ну вот, еще не хватало помереть от заражения крови. Святая вода. Надо же им было этот шип таким острым делать, а? Святая вода любую заразу убивает. Надо рану промыть. Ну вот так-то лучше. Надо бы воду теперь сменить. Нехорошо получилось. Падре, все уже собрались. И чего? И ждут вашего напутствия. Падре. Пусть катятся. А как же проповедь? Принеси сутану. Что? Ты мой новый денщик? Принеси сутану и шарфик тоже пропал. Принеси. Сутана на вас, господин фельдкурат. Молчать! Я нашел ваш шарфик, господин фельдкурат. Шарфик? Скотина тупая, какой это тебе шарфик? Это называется... Черт, дьявол, я же учил все это дерьмо в семинарии. Это называется... Название такое... Да ну ее, дьявол, давай сюда. Все собрались и ждут, когда вы начнете, святой отец. Подождут. А на черта тут крючки? Что это за епитрахиль с крючками? О, епитрахиль. Это называется епитрахиль. Смешное название. Епитрахиль. Я все помню. Пора начинать, святой отец. Сейчас начнем. А ты кто? Меня зовут Швейк. Я пришел из госпиталя послушать проповедь. Значит, ты не мой денщик? Никак нет. Но с радостью помогу вам, господин фельдкурат. Все собрались, да? Так точно, господин фельдкурат, собрались. Да не ори ты. На тебе вот. Нужна кровь Христова для причастия. А я все вино где-то потерял, кажется. И еще вот, на. Это, как ее... Плоть Христова, господин фельдкурат. Сказал, не ори. Плоть Христова, обладки. У меня много было, но я, кажется, их тоже потерял. Ну и мерзость. Не беспокойтесь, господин фельдкурат, я все найду. Давай, а я пошел этих епитрахилей развлекать. Вы, лодыри, никогда ничему не научитесь. Я за то, чтобы всех вас расстрелять. Всем понятно? Утверждаю, с этого святого места негодяй, ибо... Бог есть бытие... Сойдет, наверное, за кровь Христову. Которое стесняться не будет, а задаст вам такого перцу, что вы очумеете. Ибо вы не хотите обратиться ко Христу и предпочитаете идти тернистым путем греха.
тернистый путь греха. Вообще, нарезать облаток из свечки – это хорошая идея. Борьбы с пороками. Плоть Христова. Вы, блудные сыны, предпочитающие валяться в одиночках, вместо того, чтобы вернуться к Отцу нашему. Обратите взоры ваши к небесам. Не очень похоже, конечно, на облаток. И победите. Мир снизойдет в ваши души, хулиганы. Я просил бы там сзади не фыркать. Вы не жеребцы и не в стойлах находитесь, а в храме Божьем. Обращаю на это ваше внимание, голубчики. Так где бишь я остановился? Да, насчет мира душевного. Очень хорошо. Помните, скоты, что вы люди и должны сквозь темный мрак действительности устремить взоры в беспредельный простор вечности и постичь, что все здесь тленное и недолговечное, что только один Бог вечен. Очень хорошо, не правда ли, господа? А если вы воображаете, что я буду денно и нощно за вас молиться, чтобы милосердный Бог, болваны, вдохнул свою душу в ваши застывшие сердца и святой своей милостью уничтожил беззаконие ваше, принял бы вас в лоно свое навеки и во веки веков не оставлял своей милостью вас, подлецов, то вы жестоко ошибаетесь. Плоть Христова, господин фельдкурат. А ты толковый, не то что этот, как его, такой тупой достался мне в последний раз денщик, и ноги у него воняли. Я вас в обитель рая вводить не намерен. Не намерен. Ничего не стану для вас делать. Даже не подумаю, потому что вы неисправимые негодяи. Господин фельдкурат, вот кровь Христова. Молодец. Как тебя зовут? Осмелюсь доложить, меня зовут Швейк. Бесконечное милосердие Всевышнего не поведет вас по жизненному пути и не коснется вас дыханием божественной любви, ибо Господу Богу и в голову не придет возиться с такими мерзавцами. Смирно! Сейчас будем проводить обедню. Кто из вас, сволочи, посмеет хлебать кровь Христову, будто он у себя дома или в баре, тому я такое устрою, что он пожалеет, что родился на свет. Я вас, негодяев, знаю. Вольно? Швейк, раздайте им, что положено. Разрешите доложить, господин фельдкурат. Кровь Христова выпита, плоть съедена, согласно вашему приказу. Молодец. Как ты говорил, тебя зовут? Швейк, господин фельдкурат. Йозеф Швейк. Ты из какой камеры? Я осмелюсь доложить не из камеры. Я из больничного барака. Ты что, болен? Никак нет, господин фельдкурат. Здоров. Меня должны вот-вот отправить на фронт. Ладно. Я попрошу, чтобы тебя прислали ко мне. Мне как раз нужен новый денщик. Спасибо, господин фельдкурат. Буду служить вам верой и правдой.